этот день. Тысячи людей приехали в Стамбул сегодня только ради одной причины. Но какой? Финал Лиги чемпионов. Страна, которая любит футбол, горячо и всем сердцем принимает финал главного клубного турнира Европы. Стадион Ататюрка готов. Болельщики в нетерпении. Комментаторы Георгий Черданцев и Константин Генич в полной боеготовности. Начнем же этот вечер футбола. Манчестер Сити сегодня играет против Интера. Начинали этот сезон Лиги чемпионов 32 команды, а сейчас их осталось всего 2. И кажется, будто целая вечность прошла с осени. Огромное достижение сыграть в финале, но сейчас каждый из тех, кто выйдет на поле, будет думать только о том, чтобы выиграть этот финал. Манчестер Сити с первых минут выпустил на поле такой состав. В воротах Эдерсон. В защите Рубен Диас играет с Аканжи. И Илкай Гюндоган с первых минут играет в центре полузащиты с Кевином Де Брюйне. И на стороне атаки играет Эрлинг Холланд. Болельщики Интера, как и все в Италии, немножко сумасшедшие и иногда ведут себя неадекватно. Вот несколько лет назад был вопиющий случай, когда они сбросили с третьего яруса стадиона Сан-Сиро с очень приличной высоты мопед. Хорошо, что он никого не зашиб внизу. Знаешь, Георгий, итальянцы же любят выбрасывать мебель на Новый год. Почему бы с трибун потом не выкинуть мопед? Рияд Махрез. Эрлинг Холланд. И чистый отбор. Очень много внимания было уделено Лукаку. Как думаешь, что он покажет нам сегодня на поле? Ну что можно ждать от парня с такими антропометрическими данными? Ну, конечно, он постарается продавливать оборону соперника. И в защите, конечно, сегодня потрудиться придется в поте лица. Рикошет и угловой будет. Пока что обошлись без навеса. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Так ничего опасного и не получилось создать. Есть у него место для движения. И все еще опасно. Нужно играть. Вратарь не забрал мяч. Кевин Де Брюйн. Вратарь на месте. Подали мяч с углового в центр штрафной. Очень уверенно играет вратарь и мяч себе забирает. Игроки Манчестер Сити тащат мяч вперед. Хорошо двигается с мячом. Вратарь на высоте, отлично. Пошла подача. Как здорово вратарь сыграл и забрал мяч под сильным прессингом. Эрлинг Холланд с мячом. Какое спасение, а? Очень здорово играет голкипер. Просто невероятная реакция. Навешивает Морес. Игра продолжается. Вратарь не забрал мяч. Не получилось развить эту атаку. Защитники надежно сыграли. Барелла. Дамфрис. Отлично увидел возможность и забросил мяч в атаку. Классно сыграл защитник. Эрлинг Холланд с мячом. Холланд, что сделает Холланд? Феноменальная реакция вратаря. Как он потащил этот удар? Потрясающий момент сейчас был, чтобы забить, но блестящая игра вратаря помешала этому. И вратарь спокойно забирает мяч. Ну, будем откровенны, удар акцентированным и сильным не вышел, поэтому здесь голкипер сыграл просто уверенно и надежно. Дамфрис.
Атака прервана. Хороший перехват. Эрлинг Холланд. Дебрюйне. Морес. Как уходит он от защитника. Добавлена одна минута компенсированного времени. И это было последнее, что они успели сделать. Продолжается финал Лиги Чемпионов. Начали команды второй тайм. Хорошо тут сыграл. Никола Барелла. Не стал давать свисток арбитр, прочитал ситуацию в пользу пострадавших. Здорово сыграно, удар заблокирован. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Грилиш. Генрих Мхитарян. Лаутаро. Не может никак команда зацепиться за мяч. И вот на блюдечке преподнесла его соперник. Есть поддержка здесь. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Гол! Манчестер Сити открывает счет в финале Лиги Чемпионов. На повторе хорошо видно, как здорово в этой ситуации разобрался игрок нападения. Все хорошо у него с техникой. И он без проблем обыграл защитника и отправил мяч в сетку. Тридцать минут играть осталось. До конца матча еще достаточно времени. Для начала Интеру нужно сравнять счет. Ромелу Лукак. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Такой момент. Вот это уже очень серьезная заявка на победу в этом финале. На два мяча впереди они теперь. Но здесь защита была просто бессильна. Соперник ее переиграл. Действительно было сыграно великолепно. Счет теперь, кто знает, может быть, еще голы мы увидим. Лаутаро. Ромелу Лукак. Эрлинг Холланд получает мяч. Выходит он один на один. И все еще опасно. Гол! У него сегодня идет игра, уже два мяча забил. Отличная контратака получилась. И главное, что получилось забить. Повторяют нам этот момент. И все-таки удалось забить, несмотря на активное сопротивление защиты. Манчестер Сити серьезно настроен на этот матч. Он ведет в три мяча и почти не дает сопернику играть. Дамфрис. Отличное оборонительное действие. Еще достаточно игрового времени. 10 минут. Ромелу Лукак. Обратная передача Лукаку. Голкипер на месте. Справился с ударом. И снова голкипер в игре. На этот раз удалось мяч забрать. Алессандро Бастони. Лаутаро Мартинес получает пас. Хорошо, Кевин Дебрюйна мяч отнял. Играть еще. Отличная возможность забить. Важнейший отбор он сделал. Новый игрок выходит в составе Интера.
Пошла подача. Вынести мяч как следует не удалось. Атака продолжается. И все. Судья дает финальный свисток. Матч завершен.